Давай я заново проеду. Дарил ему. Не было вот этого, обратно появилось. 17 числа. Буквально за полчаса затопило улицу Фрегантова, и канализационные воды пошли к нам на участок, значит, да. Все, вот, затопило весь урожай. Сейчас, вчера вода была откачана, значит, да. Приезжали вот депутаты ко мне, значит, да, депутаты, кандидаты в депутаты городской и краевой думы, да, смотрели, уровень был меньше. Вот сейчас поднялся еще на 10-12 сантиметров опять. Думали, всю ночь насос качал, а утром вот ливень прошел, опять затопило. Так что...